Итак, what the fuck, где я? Окей, не на 3. Я взял класс скрытности, так что я буду с луком. Я не знаю, я не помню даже, как он работает. И видите, стрелочка около него. Это значит, что, у него повышен уровень. Я взял одновременное усиление, которое поможет, ну, повысило лук на один уровень. Еще я с ножом всегда появляюсь, бла-бла-бла. Ну, естественно, я буду взрывать бомбы сейчас. Пошли. Ожидайте, я не умею играть за этот класс. А, тут не надо даже натягивать тетиву? Как в компании? Так это намного проще тогда. Но здесь нету возможности помечать противников, так что... Это минус. Минус. Никого не вижу я. Чё за это за херня? Чё, я помог или он убил? По-моему, я кого-то видел вот здесь вот. Либо мне показалось. Кажется, показалось. Готово. Кажется, ничего и нет. Видел? Услышал? Бегу. Помогу. Наверное. Я Mozilla. Я впервые из лука стреляю в мультиплеере. Ту-ту-ту. Я ранен. Мне еще больше хп отнялось. Ну, ничего не поделать. Полный ноль. Это что такое? Улучшение лука. Можно еще улучшение покупать. Точно. А по-моему, когда я в первый раз играл, нельзя было улучшение лука. Не, по-моему, можно. Патчи все равно не выходило с того момента, так что... Ничего не поменялось. Это просто охрененно. О. И отлично. Кто-то вступил в ряды выигрывающей команды. Ну просто потрясающе. В яблочко. Одним бродягой меньше. Добил! Это все, что было тут? Всё, я даже создать не могу улучшение. Для палки. Для палки, ковырялки. Ковырялки, правда, в мозгу в чем-то, но да ладно. Ну кого-то я убил с лука, охренеть, правда, надо убивать двумя выстрелами, наверное, а лучше выстрелом в голову. Но это же я, ребята. Потрясающий игрок, лучший игрок на свете. На толкачевой свете. Ну... Это было легко. Минус один. Я ранен. Твою-то мать. До свидания. Я ухожу. Ну ладно, мы идем равно. Нам не хватает суппортера, типа меня. Из прошлых матчей. Ну да ладно. Я тебя никогда не забуду. Дон Патрик младший. Я буду всегда тебя помнить, ты будешь навсегда в моем сердце. Примерно это хотел сказать персонаж, но мы только услышали первую часть. Но я доработал немножко. Я думаю, все, никто не против. Если все против, то я заплачу. Не надо заставлять меня плакать. Минус один. What the fuck? Я слеп. Ha!
Он специально это сделал, падла. Биг Шоу Ваня. Потрясающий ник. Биг Шоу Ваня. Я потрясающий игрок. Я просто так важен для команды. Ну опять же, смотрите, как разделили нас. Нулевой уровень. А, у них тоже нулевой уровень. Все окей, все окей, все окей. Не валим ничего на игру, это просто я нуб. Да нахера я здесь иду, они и так знают, что я здесь. Вау, как он долго создает предметы, видели? Все, готово. Бомба установлена. И здесь еще поставлю, чтобы жизнь медом не казалась. Берегись. Я что-то как-то зря, наверное, от них отошел. Но я кретин, мне еще далеко до них идти. Черт, улучшение нельзя для палки сделать. Печаль. Крусь, печаль, обзор. Ваня и Анзор. Ребята, где вы? Никого нету. У меня уже места нету для аптечек, потрясающе. Банки с припасами откуда-то идут, я даже не знаю. Они всех убивают. Я только зафейливаю все. Может, кто-нибудь наткнется на мои банки? На мои классные большие бицепсовые банки. Прикройте. Все, пошли. Бомба установлена. Может, еще что-нибудь могу создать? Нет. Все, уже готово. Нет. Окей, они все там тусуются. Наверное, мои еще взорвали. Оу. Фак. Их там много. Осторожно, тут цикада! Не получилось добить. Жопа. Ну сейчас он его поднимет спокойно. Ну, Биг Шоу Ваня молодец, отжигает там. Ну, правда, я еще успел кого-то кому-то навредить. Они только что. Это. Подождите, это вражеская команда была или нет? А, это нет, тут прицелился в мои банки. Которые еще не нашли враги. Кому-то придется плохо. А у меня нет палки, что ли? А, я не могу его сделать. Улучшение-то. И что это было? What the fuck? Ну просто потрясающе поиграл. Просто отлично. Что это было? Ну, ладно, хотя бы меня не забрали в выживших и так далее. Но это было просто замечательно. Что это? О! Соединение с сервером потеряно! Fuck you! А перенос сервера на другому игроку нет, такого не существует. И сейчас я опять буду ждать 3 минуты, чтобы найти сервер, но это просто потрясающе. Кстати, Джиннади собирает дрова для костра. Я думаю, вам это точно нужно было узнать.